Сегодня в Москве чествовали героев зимней универсиады, которая прошла в начале марта в Красноярске. На церемонии победителям вручили дипломы с благодарностью от президента. Российская сборная на студенческих играх выступила триумфально. По количеству медалей ребята оказались недосягаемы для соперников. Команда завоевала 112 наград, причем 41 из них высшего достоинства. Я хочу от имени президента Российской Федерации вас поздравить и вручить вам награды президента. Я вас поздравляю, и мы вместе были в Красноярске, видели вашу отдачу. Вы сделали все для того, чтобы гимн нашей страны звучал в вашу честь.